В Германии проходит международный конкурс для представителей рабочих профессий сферы услуг. Разбор профессий колоссален, от кондитера до фрезеровщика, от каменщика до парикмахера. На самом деле это равносильно Олимпийским играм, потому что то же самое. Здесь точно такие же конкурсанты, здесь такая же идет конкуренция. Россия в подобных состязаниях для умеющих работать руками участвует впервые. Громких побед сегодня от сборной никто не ждет. Главное посмотреть и понять, как отточить свое мастерство. Также конкурс решает одну из главных проблем – увеличить производительность труда.